Приветствую всех. Сегодняшнее видео посвящено старой советской акустической системе 25АС-309 или 109. 109 в серебристом цвете, вот так вот выглядит. Стандартная панель пластиковая. В общем, а я... Вот эти колонки у меня, которые вы сейчас видите, это 309-я была модель в черном цвете. Я сделал самодельную панель для них, выпилил это все дело из фанеры. Вот, преобразил вот в такой вот вид, покрыл черной краской, сверху покрыл лаком, заполировал это все. В общем, вот так вот. Далее. Эти корпуса я, когда купил, я их все посмотрел, где что нужно доделать, я доделал, проклеил, заклеил. Вот. Состояние корпусов не сильно рассохшееся, есть места, да, вот сколы можем видеть. Вот это надо еще все будет выковырять отсюда, туда проклеить это все ПВА. В целом корпуса выглядят очень хорошо, сохранились хорошо, скажем так, да, есть некоторые места, сколы. Это все как бы исправится. Я их все проклеил, где, возможно, торцы, везде, везде, везде. В общем, суть такова. На Авито есть барыги, которые покупают эти колонки задешево. Вот, представьте, такие колонки стоят там от 3 до 5 тысяч рублей. У нас в магазине в современном каком-нибудь ДНС или еще где-то за 3 тысячи рублей вы не купите нормальную акустику. Купите какой-то швак, китайский ширпотреб или не китайский ширпотреб, без разницы. Ну, в общем, ширпотреб. Одним словом, что я делаю? Я разбираю эти колонки, довожу у них, делаю панельку им отдельно, привожу их в хорошее состояние. Вот эти корпуса, я делал вот такие вот панельки черные, как я показывал, да, уже вот такие вот. И у меня на Авито парень купил... 5 парней купила такие вот панельки. Один из них, я с ним продолжаю общение, он говорит, вот я видел, как вы там переделали колонки и покрасили их в черный цвет. Я бы, говорит, где-нибудь хотел приобрести нормальные корпуса, и чтобы вы мне их покрасили. Тут у меня возникла идея, купил я фанеры себе, пятнашки. Это, по-моему, у нас 10-ка или 12-я. 12-я, по-моему. С 12-й фанеры сделаны. Я купил 15-ю фанеру. И 16-ю фанеру. В общем, я сделал такие же корпуса из 16-й фанеры себе. Во-первых, я увеличил объем, так как под этот динамик нужен больше объем. Здесь, по-моему, то ли 27, то ли 29 литров чистого объема. Я сделал точно такие же на 7 сантиметров длиннее, и у меня они получились объем в районе 40 литров. Динамик зазвучал шикарно. Вон они стоят, эти колонки мои. В общем, их надо тоже красить, доделывать. Но сейчас у меня первозадачная цель – это доработать вот эти колонки, покрасить их, отшкурить, загрунтовать, зашпаклевать все, покрасить в черный цвет и отправить парню, который у меня купил панели, так как он хочет приобрести такие корпуса. Вот. Недавно я купил такие же колонки на Авито в районе 2500 рублей. Вот, корпуса у них были убитые, внешний вид вообще. Я, короче, все это дело тоже проклеил, привел их в хорошее состояние. Вот, и теперь я их отшпаклевал, загрунтовал и покрасил вот в такой вот черный цвет. Теперь это стали черные корпуса. Далее я сделал панели, вот она у меня стоит, одна из них, из двух. Загрунтованная, зашпаклеванная, загрунтованная. Теперь осталось выровнять всю грунтовку. Вот, и также ее покрасить в черный цвет и покрыть лаком. Я, в общем, к этим корпусам я делаю панель. Далее я вставлю назад все динамики, доработаю фильтры, приведу в обалденный вид. Вот, и выставлю продавать на Авито. В общем, я не разрушаю, а наоборот, создаю, восстанавливаю. Этих колонок, произведенных в Советском Союзе, осталось, наверное, на рынке не так уж много. Но вот эти вот разборщики меня бесят, потому что они уничтожают то, что было сделано в Советском Союзе, и причем хорошего качества, не за большие деньги. В общем, собственно, вот чему посвящено данное видео. Да, мне это делать прикольно, в кайф. Время занимает, конечно, это много, но, блин, но это доставляет удовольствие.
Вот, собственно, и все видео. Вот так вот я дома в домашних условиях восстанавливаю колонки и привожу их в современный вид с хорошим звучанием. На этом у меня все, что я хотел сказать и рассказать. До новых встреч. Всем пока.